Это и спортивное состязание, и масштабный городской праздник, и светское событие. Кубок главы Челябинска по бальным танцам удивительным образом сочетает в себе все это. Но где еще можно увидеть, как за соревнованием лучших танцоров со всей России наблюдает столько известных персон? Спортивные бальные танцы – это очень красивый вообще вид спорта, и зрелище всегда потрясающее. Поэтому удачи всем, наверное, ребятам, а мы будем наслаждаться. Сегодня очень хорошие звезды приехали. И я думаю, что всем будет очень интересно. И у них такой хороший уровень, что, я думаю, и с Москвой можно там, и с Питером соперничать. То, как двигаются даже дети, могут позавидовать даже взрослые. Допустим, я даже подумываю что о том, что, может быть, когда я закончу спортивную карьеру, допустим, взять уроки, допустим, у той же Вероники Буквиной. Стоит отметить, что челябинские соревнования уже стали всероссийским событием. Сюда приезжают лучшие пары со всей страны. Гвоздь программы – показательные выступления чемпионов. Здесь они соревнуются исключительно за любовь публики. Соревнования проходили в 16 возрастных группах, для каждой из которых существует строгая регламентация и количество танцев, и даже внешнего вида спортсменов. Самым младшим участникам едва исполнилось 6 лет, но никакой скидки на возраст. Судьи высшей международной категории оценивают технику, артистизм и даже поведение на паркете. В итоге 4 отборочных тура, около 2000 участников из 30 городов страны и красочное шоу. Если хоть на секундочку задуматься, сколько сил и времени было затрачено на подготовку, и здесь снова возникают масштабные цифры. В их ряду несколько месяцев напряженной работы, но результат того стоит. Многочасовое гала-шоу проходит без пауз и накладок. Будет детальный анализ, детальный разбор, конечно же, всего мероприятия, но пока чувствую, что все прошло на хорошем уровне. Все благодарят, хорошее настроение, все покидают зал. Это был 12-й кубок главы Челябинска по спортивным танцам. И с каждым годом количество влюбленных в самый красивый вид спорта только растет. И мы обязательно встретимся в следующем году, а пока исполнителям предстоит вернуться в танцевальные классы, чтобы в следующий раз искушенные зрители с таким же восторгом могли оценить результат.